компанией NSP я сотрудничаю уже с 2010 года, вот уже 8 лет. Путь мой в NSP был тернистый. Мои информационные спонсоры, врачи с большим стажем. Три года мы плотно беседовали, разговаривали вообще о тех же добавках. И я как с классическим образованием доктор была негативно, крайне негативно относилась к биологически активным добавкам. Потому что нас в институте учат, что это не работает, работают фармпрепараты. Когда я стала получать свой клинический опыт и понимать, что ну вот хорошо, я педиатр, ну вот, Наталья Валентиновна, спасибо, вот сопли вы нам полечили, бронхит вы нам полечили, а как нам быть, что нам делать, чтобы больше не болеть? Когда со всех сторон стали поступать вопросы, я стала задумываться, правда? А что дать? И это не было еще точкой прихода. И вот мы с моей коллегой, мы работаем в стационаре, сидели в одном кабинете и соревновались. Еще, ну где-то вот осознание пришло через полтора года, еще полтора года я упрямо, мы с ней соревновались. То есть мы лечили, восстанавливали всем, она НСП-шными программами, продуктами. Я то, чем можно из аптеки, я всегда была настроена на профилактику, но то, чем, как учил институт. Получали результаты, но она быстрее всегда получала и лучше. И когда я все-таки решила, ну, что-то надо попробовать, и на самом том же простом и любимом хлорофилле мои врачебные мозги просто закипали. Просто, потому что такие результаты были, когда ты длительные субфебрилитеты у детей, когда вот он переболел, дети, и вот температура вот эта непонятная, 37,5, у меня уходило разными схемами и фармпрепаратов нормализовать температуру через 3-6 месяцев. То есть здесь хлорофилл в течение недели все полностью, вот у этого же ребенка все полностью убирал. Ну вот как вот первым осознанием, и это вот все погрузило в эту интереснейшую тему, и с каждым днем я не перестаю удивляться вообще тем возможностям и ресурсам нашего организма, насколько он, если дать ему строительный материал и ресурс, насколько он может отстраиваться, восстанавливаться абсолютно в любом возрасте, особенно у маленьких деток. Дети — это вообще очень благодарная тема.